Проспект Победы могут закрыть уже 25 июня. Во всяком случае, на такую готовность к дорожным работам рассчитывают в мэрии. На вопросы журналистов сегодня отвечали чиновники всех ведомств, задействованных в реконструкции проспекта Победы. Работы на одной из главных магистралей города начались 15 мая. К переносу сетей приступили тепловики и водоканал. С 1 июня к решению своих задач приступили дорожники. Уже сегодня демонтированы бордюры, идет срез асфальтового полотна, часть которого пойдет на отсыпку частного сектора и в том числе там, где пройдут объездные маршруты. Начался перенос световых опор. Для расширения полотна придется пожертвовать частью деревьев вдоль дороги. По окончанию всех работ в мэрии пообещали высадить новые. Полное перекрытие проспекта планируется уже к концу месяца. В результате горожане должны получить четырехполосную дорогу с дополнительными парковками. Было проработано вместе с ГИБДД вопросы по устройству, совершенствованию перекрестков, то есть это дополнительные разгонные полосы, там, где у нас такая возможность есть, будут выполнены. Появятся новые светофоры. Сейчас вопрос решается там по дислокации данных светофоров. Может быть, что-то добавляем. Это уже у нас как бы внутренний рабочий процесс идет. Знаки, конечно, будут новые, все поставлены, разметка нанесена. То есть проект будет выполнен по всем требованиям. Закрытием проспекта Победы изменятся и схемы маршрутов автобусов и газелей. Их в управлении пассажирского транспорта поделили на два направления. 52-й маршрут и газели пойдут по частному сектору. Улицы Леушинской, 1 мая, Коминтерна из Степного в центр. В обратном направлении с заездом на улицу Абдулинскую. По Одесской, Ивана Теряна и Маломельничной пойдут только автобусы. По маршрутам будут оборудованы несколько остановочных пунктов. Новые схемы заранее разместят в транспорте и опубликуют на сайте администрации. В сегодняшний день перевозчики уже проводят инструктаж с водительским составом, проводят стажировку водителей. И с даты ограничения движения по проспекту Победы маршруты будут обслуживаться по определенным улицам, которые предусмотрены в схемах объезда. И сегодня утром на аппаратном совещании в мэрии руководство города встретилось с представителями подрядных организаций, которые занимаются дорожными работами. 79 предприятий выполнили их с браком. В результате теперь им за свой счет нужно устранить ошибки. Правда, не все спешат снова выходить на дорогу. После общения с главой администрации были установлены сроки. До 1 июля необходимо отработать по всем замечаниям.